Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. 12 января федеральному ведомству исполнилось 300 лет. Задачи с годами не изменились. Прокуратура стоит на страже закона, справедливости, защищает интересы государства Одинцовского округа и каждого его жителя, сказал глава муниципалитета. Сотрудников ведомства отметили почетными грамотами и памятными подарками.